Olay ordası, dünya ortası, şıraraktan gün şatarağan. Edil ağası, eldin yağası, bedüge bilgen zaman. Ata babadan, tuğan baladan, gönül kanı tamğan yerimiz. Oğay ordası, yaşa ordası, tandırıldı yangan elimiz. Сегодня рады приветствовать всех наших гостей, которые собрались. Это те люди, которые сегодня объединила одна горечь и одна печаль, одна боль. Это наша Ногайская земля. Меня зовут Исполов Ильдар, я врач-хирург, уроженец этих моих родных земель. Это моя кровь, это мой топрак, бизайт ханлай ногайша. Приехал сейчас на данный момент из Астрахани. У нас большая делегация. Наш субъект ничем не отличился от других субъектов. И со всех субъектов, со всей точки России и мира, не побоюсь этого слова, приехали грамотные люди, ногайцы, которые сопереживают той проблеме, которая сейчас у нас сейчас есть. Дай Аллах, мы сегодня эту проблему решим с помощью этой делегации, этого народа нашего, который на самом деле, понимая причину, которая у нас возникла, нам сопереживая, приехали сказать свое слово. Обратиться к нашему президенту, обратиться к администрации нашей республики, просто обратиться к каждому человеку, не только словом, но и душой и сердцем своим. Так что, ребята, ногайлар алдыга! Сулак на связи! Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Аяулы ногай халқым. Жүрегіме жұбантып, жасырып, соға сүйініп тұрған күніме Аллаха шүкір басын. Сау болыңыз, балаларым. Жүрегіңізде ногайдың патриотизм кеңесі көтерілгеніне. Мен мына ағайлармен бірліктің басынан алып жүремін. 30 жыл болмай тұрды. Қайда да съездар еттік. Қайда да обращение еттік. Дагестаны бар ма? Москвасы бар ма? Делегация Ленинге барғаны бардылар, жігітілер. Везде отписки. Соның үшін
ойланыңыз. Бұл последний съездуы. Әлде барма керек. Менде жи тілеймін о жігітлерден. Бұл яс әлгі жігітлерден. Екіш әдем жіберіп, Путиннің кабинетін басағасында ятсындар. Така принимать әтпей әшкім. Абылай, Дагестаннан пайда болмайық. Өмітіңіз тұдыңыз. Оны біліп қойыңыз. Оларға біз керек туы. Оларға жер керек. Сіз ойлайсын, Ағашки районда проблема. Біздім Нефтекумский район, Степновский район, Левакумский район. Такие же проблемы, орыс айтқандай. Со жер. Уже бір-бірсін өлтіріп басын етірлер. Алла күнді бермесін, со күнге келме. Біз етпеге керек, біз бұл атты. На конституциясымен, правовой, юридический жағымынан, мирно, нет такого узла, который не развязывалось мирным путем. Соның үшін, тілеймін барыңызды де. Аллах бұйырса, жаңы басшыды сайласаңыз Рагайский районға. Тілеймін сізден. Ноғайға жүрегі ауырған әдемі жігітлер түссін. Ноғай үшін турасынан айтып болғанлар, ноғайды зашат етіп болған жігітлерді салыңыз. Соның үшін әлігі міне Темірхан байымда, Темірхан юрист екен. Оллахи бек юридический, конституционно грамотно сөздер айтты. Мен соға бек қуандым. Әне сосында жігітлер жинаңыз депутатқа главаға мелерге. Соның үшін, ес ноғайларға дүния жүзінде заграницы жүрген ноғайларыма шашылған бәрсіне де насып денсаулық өмірін ұзақ етсін. Имам байлығын беріп, берекетінен айырмай, мұрадыңызға жетіп, сүйініп яшағанда күнді Аллах берсін. Сауыңыз Асан ағай. Бізім қардаш халқыларға, мүлетлерге салам айтпа. Мен әлі айтам, бір халқына атын бізім, сіз ма көмек етесі салам деп. Соларға бізім салам айтайық. Қырымға бізім салам. Татарларға бізім салам. Башқортларға бізім салам. Қазақларға бізім салам. Қарақалпақларға бізім салам. Сау болыңыз ағай. Ассалам алейкум, ноғайлар. Я не политик, не начальник. Я такой же простой гражданин, как вы, учитель. Хочу поделиться с вами своим взглядом, своей мыслью. Эта проблема старшее поколение знает. Появилась не сегодня, не вчера. Уже десятилетия дагестанские власти пытаются выдавить нас из нашей земли. Это уже не предчувствие, а убежденность, что нас выдавливают. Покажу это на своем примере, на примере своего родного села. Все, что касается нагайцев, дагестанской властью игнорируется. Иногда их реформы идут вразрез интересам нашего народа. Все проблемы просто замалчиваются. В моем родном селе Ортотебе в течение 20 лет мы не можем добиться газификации. Газ проведен неимоверными усилиями местных жителей и депутатов. Газ проведен, доведен до жителей. Нужно открыть вентиль, и 2 года мы этого не можем добиться. 2 года газ стоит, трубы стоят, открыть вентиль не могут. Не могут договориться власти Дагестана с Пятигорском. Какие-то у них свои отмазки, я не знаю. С 2008 года строим школу. У вас 10 лет прошло по приоритетной национальной программе, которую сам назначил Путин. 10 лет на 200 учеников школу не можем открыть. Наши ученики учатся в здании амбулатории, спасибо местным властям, которые отремонтировали. Но она не соответствует. В 2 смены нет спортзала, нет ни пищеблока. Все мероприятия проходят в коридоре. Вот как заботятся власти. Недавно наш житель села, молодой парень, вышел на прямую связь с Москвой. Общиков Долгат говорил советникам президента Клименко Герман Сергеевичем. Было дано прямое указание отремонтировать участок дороги Карагаз, Ортотебе, Уйсалган. До декабря 2017 года первый отчет Дагестан должен был отчитаться 1 июля, через 15 дней.
Даже метр этой дороги не сделан. Метр. Они даже не собирают, они явно игнорируют даже указания Москвы. Все, что связано с нагайцами. Почему? Если будет дорога, это развитие, дополнительное развитие Ногайскому району. Это новые рынки, сбыта в Осетии, в Кабарде. Это прямое сообщение. Почему не строят школы? А вдруг ногайцы вернутся с степей, свои дети будут обучаться здесь ногайскому языку? Все политологи, которые более-менее проправительственные, говорят, что Ногайская степь по плотности населения самая маленькая. А кто? Какие социологические опросы? Что почти 30-40% нашей молодежи от 20 до 45 лет, самой работающей молодежи, уезжает на север. Кто их считал? От хорошей жизни? Нет ни одного человека здесь, у кого хотя бы один родственник или близкий человек не работает в Сургуте, в Коми, в Норильске, в Москве или где-то там. Все уезжают с детьми. Учатся там, не обучаются ногайскому языку. Для дагестанского правительства лучший подарок, если мы все скопом возьмем и за нашими земляками уедем, оставив им эту землю. Этого не будет. Пока в наших жилах течет хоть капля ногайской крови, эта земля наша. Мы ничьим врагом быть не желаем. Почему-то представляют это как этнополитический конфликт ногайцев с другими национальностями. Нет, здесь национального конфликта нету. Здесь конфликт между народом, который хочет себе человеческих условий, справедливости, и правительством, который делает из этого народа людей второго сорта. Вот в чем конфликт. Хочу процитировать слова одного аварца, которого я безмерно уважаю. К сожалению, это не наш президент, это Расул Гамзатов. Он сказал: мне все народы очень нравятся, и будет трижды проклят тот, кто вздумает, кто попытается чернить какой-либо народ. Это мудрые слова. Нашему президенту иногда стоит читать своих земляков, набираться у них мудрости. Сила Дагестана была всегда в единстве. Это наша земля. Здесь могилы наших предков, которые для нас святы. За эту землю наши деды вместе с остальными народами России и Дагестана проливали кровь. Как мы посмотрим в глаза нашим детям, если мы ее отдадим без боя? Правда за нами! Правда за нами! Как мы будем называть себя мусульманами, если мы предадим эту правду? Как смотреть в глаза нашим детям? Не будет этого. Я вас благодарю всех, кто пришел. Простых людей, которые бросили свои работы, проблемы, забыли обо всем. Откликнулись на зов народа. Надо будет, мы еще раз соберемся. Вы и есть власть. Нас процитировали по Конституции. Вы и есть. Последние слова хочу сказать нашим депутатам, депутатскому корпусу, нашему будущему главе, которого мы когда-нибудь выберем, нашим работникам администрации, начальникам ведомств. Вот этот народ и есть хозяин этой земли. И вы работаете ради блага этого народа. И вы только ему подотчетны, не на Махачкале. И ради них нужно работать, поднимать наш район. И мы его поднимем. Правда за нами, ногайцы. Спасибо. Несколько лет тому назад я, значит, ознакомился с интервью депутата Государственной Думы в то время. Он был членом комитета по связям с соотечественниками. Имя его Вячеслав Игрунов. Он политолог. И вот он, говоря о несовершенстве сегодняшней федерализации, вопросы федерализации, сказал следующее. Ногайская степь, начиная от Каспийского моря и кончая Черным морем, перестала существовать как Ногайская степь. Ногайцы были уничтожены на 80%. Это не мои слова, это слова депутата Государственной Думы. И действительно, наш народ
пережил очень трагические события в своей жизни на своем многовековом пути. Дуня ортасы,